Друзья, всем привет! Мы снова рады вас всех приветствовать на нашем канале по обзору деревенских домов «Дача Углич». И вновь мы держим путь в одну из многочисленных деревень нашей Ярославской области. Сегодня мы держим курс на Большесельский район, деревню с названием Подкино или Подкино. Как правильно ставить ударение, мы узнаем у хозяина данного дома. Ну, а пока несколько слов о дороге, по которой мы едем. Значит, дорога пролегает из города Углич, ну, по крайней мере, это наша отправная точка, в большое село, то есть Углич-Ярославль, можно так и назвать эту дорогу. И получается около 35 километров, ну, быть может, чуть больше, там 35-40 километров от города Углич. Ну, соответственно, все сделают расчеты, кто из какой точки будет добираться. Я думаю, это не составит труда. Вот. Мы едем из города Углич, еще раз скажу об этом. Подъезжаем, друзья, к новому селу, так его название именно. Новое село — это, ну, не районный центр, но тем не менее село, в котором есть необходимые муниципальные учреждения, объекты инфраструктуры. Буквально вот, не доехав нескольких сот метров, мы повернули направо, и сейчас порядка 3-4 километров будем ехать вот по этой дороге. Дорога, как вы видите, тоже проездная, асфальтированная, именно до нашего уже пункта назначения. После поворота, проехав около 2 километров, дорога сменилась. Асфальтовое покрытие, вот, в принципе, на такое же асфальтовое покрытие, только с небольшими выбоинами. То есть она проездная, но частично вот, как бы, ну, многие просто интересуются по поводу вот подъездных путей, поэтому вот все подробно хочу вот прокомментировать. То есть, в принципе, дорога проездная, но вот такие вот есть небольшие выбоины в асфальте. Но для многих, наверное, не будет секретом, что дороги, к сожалению, не самая сильная сторона нашего государства. Но, тем не менее, здесь тоже живут люди и рады тому, что они живут в России. Едем дальше. Еще немного, и мы у цели. Вдалеке уже виднеется указатель с названием деревни. А это значит, друзья мои, что мы у цели. Деревня, даже отсюда уже можно увидеть, что очень небольшая, если не сказать крохотная. Всего-навсего, вот насколько я сейчас могу это понять, два дома я вижу. Два дома, ну, быть может, где-то еще в стороне, вот вижу там, да, третий дом. Сейчас мы все подробно покажем, а пока вот он, наш домик, о котором сегодня пойдет речь. Дальше, кстати говоря, дорога пошла на другие населенные пункты, но эта дорога не проездная, эта дорога связывает просто несколько деревень, то есть это не трасса, не магистраль. Пойдем смотреть дом. Сразу вопрос, Подкино или Подкино? Подкино. Подкино? Просто мы как бы едем, гадаем, да, на какой слог, на Тем второй или на первый? И посмотрите. Не, ну там Подкино или... Подкино, вон. Нет, ты не понял. Подкино. На первую, о, или на последнюю? На первую. Подкино, все. Друзья, вот этот дом сегодня будет у нас на повестке дня, в котором живет мужчина по имени Андрей круглый год. Ты ведь круглый год живешь здесь? Круглый год. Со своей семьей проживает он круглый год. Андрюх, ну что, расскажи про дом немножко. Ты сколько времени здесь живешь? Я? Да. Давно живу. Ну давно, сколько? Я с 94-го года. С 94-го года. Переехал сюда, да? Ты купил его, получается? Нет. Наследство? Достался. Наследство, да? Да.
После матушки остался, матушки. От бабушки. Ага. То есть переехал с семьей, получается. И вот, в принципе, до сегодняшнего дня здесь постоянно и зиму, да. И лето, и да? И зимой, и летом. Зимой, и летом. Ясно. Деревня вообще жилая? Деревня жилая. Ну, получается, вот мы смотрим, вот два дома я вижу. И там третий вот, который вот этот первый. Здесь дом. Там дальше у леса дом еще. Ну, то есть, получается, да. Твой дом и туда у леса еще дом, да? Да. Ага, это вот заезд, получается, к дому твоему. Заезд здесь, а заезд там еще есть. Там это где? А вот там он только за это, закопанный. Ну, то есть, нет, его нет? Тут, вот, он вот будет летом. Ну, вот пока а вот... Так, вот да, так здесь. Твой заезд, вот сейчас на него да. Смотрим. Да. Ага, ну что, пойдем туда? Да. Смотрю, сено у тебя, ты хозяйство держишь какое-то? Не мое. Ага. Ясно. А кто держит? Одном соседи. Здесь деревня? А, вот там вот тут. Да, там же. Понял, что держат? Верблюды. Не ври. Серьезно. Верблюды? Да. Ничего себе. Страус? Нет. Нормально. Ослик есть. А что, не с Узбекистана что-то? Да, нет. Так, просто экзотика? Экзотика. А, ну а какой-то наш традиционный-то есть? Коровы, лошади, что-нибудь? Нету, конечно. Нет, только верблюды? Нет. Вот так что вот такие экзотика. Тут экзотика. Ребята живут. Пальмы посадят. Площадь земельного участка вот здесь. 53 сотки. 53 сотки. Это вот все постройки на участке. Все постройки, кроме гаража. То есть гараж этот гараж. Будет убран? Он убран будет. Впоследствии, то есть, да, он да. Стоит как бы здесь, скажем, даже не на земле. То есть не на твоей, или на твоей? Нет, он на моей стоит, но он в стоимость не входит. Ага, ну то есть как бы гараж будет демонтирован и увезен. Да. То есть получается у нас вот здесь вот такая вот банька. Вот эти вот сарайки, хозпостройки. И, собственно, сам дом. А куда сама земля, 52 сотки, куда пошла она? Туда дальше. Пойдем посмотрим. Вот так вот туда дальше идет. Туда, вот к березкам, туда, да? Да, вон тех березок, вот где. Вот березка идет, вот эта березка идет. Граница, вон тот столб, и вон до туда. И вон там, где пчелы стоят, граница. Ага. Твои пчелы? Пчелы мои, да. Тоже будут увезены? Само собой. Так, ладно. То есть дом не на фундаменте? Дом не на фундаменте, но он сказать. На этих, на булыжниках. На то есть на закладных камнях, да, как да, вот раньше да, ставили да, еще да, вот да, это? Да, да. А какого года постройки? Ой, блин, я не помню. Ну, старинный, будем так да, говорить, да? Да? Старинный, ну, еще с такими вот резными наличниками. Перевозили его. Он раньше стоял. Ну, перевозной там, дом, да. Но зимой не холодно. Ну, в доме, ну понятно, рубленая изба. Не дует ничего. По полу. Вот такие вот получаются здесь нюансы. То есть в плане фундамента. То есть вот здесь по углам должны быть закладные камни, но их тоже, в принципе, уже не видать, они видать под вот, землю. Вот настолько просело. Вот. Но я они под землей, то есть основание как бы уже под да? землей. Новые постройки, да, крыльцо переделано. Тоже там заливной фундамент, да? Ну, эти, на столбах. А, тумбы, да, сделаны? Да, ага, да, друзья, вот поэтому на это стоит обратить внимание. А пристройка, которую сделал Андрей к дому, стоит на тумбах. И является тоже комната, ведь, правильно она? Нет, просто, просто крыльцо. Крыльцо? Просто крыльцо. Вот такая вот, получается, вместо двора сделана пристройка. Тоже это, как бы это, ну, инвентарь какой-то хранить или что такое, или это прям комната? Так, вещи. Ну, летняя? А? Летняя, неутепленная? Можно и летом спать. Но она не утеплена? Нет, не утеплена. Угу. По желанию захотят утеплят. Ну, это да, уже там. Сейчас такой вид на участок. Огород ухоженный. Да, заметно. Обухоженный парник. Сосны. Да, под... Соснам, ты говоришь, сколько лет? Соснам уже 14 лет, как сын родился. Сын родился, ты их сажал? Да, я их посадил. Так, ну ладно, в принципе, по дому все понятно. Ежевник, смородина, ягоды. Это то, что все на участке. Есть, яблоки, все плодоносные яблони. Ага, то есть это получается вот здесь где-то, да? Вот яблоня стоит. Яблоня в палисаднике тоже. Ага, ну то есть... Большие две. Понял, понял. Плодовые яблони. Деревья и несколько яблони садников. Еще там на участке стоят. Посажены штук 6. Территория забором огорожена от этого вот дома. Да. Ну что, проведешь тогда в дом? Пойдем, да?
Тут коридор. Ага. Я хочу бревна показать. Бревна все хорошие. Они даже и дом обшитый доской. Угу. И бревно точно такое же. Угу. Там вот снаружи, Миша, да? Под доской. Угу. Точно такое же. Я разбирал, лично сам смотрел. Да нет, как бы скажем так, по тебе заметно, что ты здесь дом не бросаешь. Здесь котел стоит. Это как бы здесь понял. Котел технический стоит. Узел. Да. Котел. Это топливный котел. Насос циркуляционный, чтобы воду гоняло под одну трубу, как выливало. Батареи получается в доме, да? Да, под каждым окном стоят батареи. Угу. Делал все сам. Надолго хватает вот натопил котел, когда вот сколько времени вот? Я думаю, что протопил к вечеру, с утра посыпаешь. Ну, слушай, я в 9 тепло? Вечера затапливаю, да, угу. В 9 вечера. Часов до 10 протопится, я еще накидываю, но всю ночь утром стою, у меня не холодно дома. Угу. Ну, два раза в день, по сути, топишь, да, получается? Ну, когда ну, как. Когда как. Какая зима? Когда, да. Понял. Да. Ну, телеги 3-4 на зиму, блин, достаточно. Ну, протапливается быстро дом. Достаточно. Ну, главное еще теплопотери, хорошо. Чтобы не уходило тепло. Видишь, эти избы-то как бы как раз они вот делались там все по уму. Все на мох должно быть проложено. Я как бы здесь смотрю. Все, а пропенивали зачем вот это вот? А? Для чего пропенивали? Это что, не поддувало, что ли, эта пена-то? Это, я говорю, мы с братом баловались, короче, просто делать нечего было. А, просто я так? Да. Понял. Да. Понял, ладно. Так, ну, ну, вот здесь только пропенивал я из-за того, что вот эта пристройка, она вот эта вот гуляет, прируб. Угу, угу. Это все, да. А дом не гуляет, только прируб. Вот этот. Проводка, смотрю, да, тоже у нас поменять, да, смотри, да. Тут. Ну, она уж... Ну, как бы, скажем, служит она и служит. Она не критична, уже сколько лет она. Не, ну, понятно, электрика, как бы, это все все-таки бы... дело такое ответственное по проводке. Это понятно. Пойдем в избу, а потом, или пойдем в комнату вот в этот сначала. Да. Здесь вот пристройка такая. Это вот, которая снаружи мы смотрели, то есть вот эта да, холодная да, летняя холодная. Часть. Ага, ну да, тоже как бы такой как бы чулан, может быть, назвать. Пристройка. Хотел комнату сделать, но передумал, сделал здесь вот санузел. А, здесь санузел, да? Да, обычный такой, ну, туалет. Яма глубокая достаточно, угу. Метра 3. Вытяжка, да? Да. Угу. Ну, понятно. На месте хоздвора, да? Ты сам двор-то разбирал или уже был разобран? Нет, я сам все разбирал, сам все делал, сам все строил. Понял, я просто потому, что когда приехал, ты был еще хоздвор. Да, ты его разобрал, да. Демонтировал, увез и сделал эту пристройку. Да. Все ясно. Так, сейчас еще тут несколько этих кадров. Все. Так, значит, немного вот вижу, что покосился, да, в бок туда получается пол. Ну как бы уровня ну, да, нет. Немножко это уровня нету, угу. То что вот здесь, а тут печка стояла, я не стал заморачиваться, короче, доски просто положил, вот угу. И это времени не было выравнивать. Угу, я понял. Потому что время было уже тут, к зиме, блин. А тут печка, ну как печка бы стояла, топился печкой сначала, да ты? Да, ну долго лет. Топили, а что разобрал, скажу. Зачем? Нормально так. А все, уже безысходность, уже кирпич начал сыпаться. А, все, понял, от возраста. Старый, да. От возраста. Так, мы находимся, получается, как бы вот в... Это кухня. Кухне. Это кухня. В кухне. Все, это кухня. У тебя водоснабжение-то вот получается этот... Из колодца или как ты? Водопровод, да. А, водопровод. То есть канализация там, водопровод. Насосом из колодца, да? Насосная станция. Насосная станция, да. То есть сейчас, все. Правда, не поставил ее, потому что это ремонта, вот. Из ремонта забирал. Ага. Сейчас пока ведро носишь, да, получается? Да, ведро ношу. Угу, вот сюда, да? Сейчас буду ставить. Так, ясно. А уходит вода? Как? Ну, типа, основная канализация, да? Ну, как канализация, как в городе. Ну, помыл руки и ушел. Ну, я был не центрально, а этот, как нет. Его там, ну, яма там выкопана, да, или кольца. Два кольца. И бочка все, с переливом. Все, понял. Понял. Ну, как обычная классическая, да. Схема. Вот эти батареи, получается, под окном у тебя, да, вот да, котла? Да. Здесь маленькая комната, это сын. Да. Да. Привет. Спальня. Значит, мы находимся в спальне. Как звать-то? Серёжа. Да, Серега после школы отдыхает. Каникулы. Уже каникулы, да? У меня еще нет, у меня через два дня только. У дочки. Завтрашнего дня. А куда в школу ходите? В Новое Село. А, в Новое Село. Ты водишь на машине или автобус? Автобус школьный ходит. Прямо здесь проходит, он садится, да? Да? В каком классе-то? В шестом. Ну все, ясно.
Так, в спальне мы, друзья, находимся. Это вот еще печка-то вот стояла, да? Ты просто здесь обшил. Печка стояла, да. Перегородку сделана. Так, ну чего еще сказать? Это станция, да? Да, станция. Стоит. Куда хоть кто просто? Так, по-моему, не грязно. Покажем, блин, просто, ну, что, это... что идет речь. О. Это вот как раз... Это как раз у нас получается вот эта труба, да, ведет вот? Да, это... да. Вот, из колодца, да? Да, вот. Из колодца. Так, друзья, ну, в общем, подполье, кстати говоря, не такое маленькое. Не такое маленькое, но залезть, конечно, в него... Мне сейчас просто в тапках не хочется, тут просто потом по грязи, грязь волокать. Так, значит, вот, еще раз показываю подполье. Не знаю, видно или нет. Вот, ну... Подполье небольшое, но оно есть. Оно есть, значит... Но оно не холодное. Да, да, видишь, как бы тут интересуют наверняка бревна, вот которые внизу, лаги половые, вот это все. Здесь вот немножко подгнили. Здесь надо менять уже. Потому что там окно было раньше, ага. Давно, короче. Тут дяденька пчел держал. А. Вот. И оно там заколочено. Значит, просто хочу показать, что... Лаги половые все целые. Доски тоже. Так, вот единственный момент. Это вот под окном получается. Вот нужно менять бревно. По-моему, одно. Да, вот это, Андрей? Да, одно бревно. Вот это вот бревно. Тут. Вот это вот бревно, кстати, оно хорошее. А нижнее вот это вот бревно, его нужно под замену. Ну, где-то примерно около метра, да, сантиметров 70, наверное, да, высота подполья. Да где-то 80 где-то будет. Ну, около метра. Ну, вот я стою вот так вот где-то, это метр где-то. Ага, вот ага, так. Все, есть. Так, ну теперь получается здесь это комната, спальная, да, да, ваша? Спальная, да. Здесь только ремонтные доделанные. Ну, как бы да, нет, все, руки не скажем так, миниатюрно, то есть небольшие комнаты, небольшая кухня, ну как и сам дом. То есть дом получается не там не 200 квадратных метров, конечно, где-то 6 на 7, наверное, примерно такое. Дом-то? Да. Дом, если с этим, с прирубом, то 9 на 6,5. А, 9 на 6,5 вместе с прирубом, с пристройкой, с этой, да? Да, ну, в общем, получается, стеклопакеты, вот, хочу обратить внимание, что стоят, но это с улицы мы показывали. Ага, так, ну ладно, все, в принципе, как понятно. Бы, ну, знаешь, гости приезжают, не в тесноте, не в обиде, да, хватает да, всем поспать везде, где чего. Было бы желание. Как бы, я за большим не гонюсь, а зимой большое теплее, же нужно еще и топить. Зимой теплее. Да, 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 само собой. Нет, это меньше уходит. Каждому свое, Андрюх. Каждому это как свое. Бы кто, как бы, вот есть, я встречаю, там, по 1000 квадратных метров дома строят. А кто-то деревня все-таки понимает, что дом, большие площади, это большие ответственности, большие финансовые затраты. Свет, все остальное, короче, тоже. Да нет, нет, конечно, дорогое. Конечно, само собой. Нет, это как бы просто констатируем то, что вижу. Вот просто говорю, что небольшая комната получается, раз. Сейчас мы здесь находимся. Еще раз покажу. Здесь кухня. И спальня, где Серега лежал после выученных уроков. Вот. Ну все тогда, да? Пойдем на улицу. Вроде бы все посмотрели. Так, в общем, вот хочу сразу обратить внимание, что Андрей здесь шлифовал, да, Андрюх? Ты что-то делал здесь? Да, под покраску. Под покраску. Ага, сруб хороший, на хорошем фундаменте. И такой предбанничек. Красная пристроечка. А, кровля и на бане, и на доме. А нет, на бане шифер, на доме железо. Фальцевое железо. Красил ты его, да? Да, давно. Угу. Так, ладно, пойдем в баню. Вот такой вот
предбанничек при входе в баню и сама парная. Это ребенок ковырял. Пена все тоже. А, ну пошел в отца. Да. Так, и здесь получается сама парная, помывочная, такая вот железная печь. Хотел съемный. Это как? Съемный, чтобы вода не стояла, сливать, чтобы не гнил. А, вот этот рядом, который стоит, да? Да, один бачок уже поменял, валил новый. А, ага, я понял. А как его, Андрюх, как это вот вообще функционирует-то все? Его? Да. Петель, крючочки, вот так. А, все, понял. Туда воду налил, да? Да. То есть, его все натопил, помылся, слил и обратно поставил, чтобы все просыхало. Все ясно. Ну, сруб тоже хочу показать изнутри. В хорошем состоянии. В принципе, все, никаких проблем. А это что ты зачем закрывал целлофаном? А? Целлофаном зачем? А это чтобы стена не мокла. А, все, ясно, чтобы стекало все. Вылезли, ну, угу. Не брызгали. Понял. Угу. Ну да, такая как бы деревенская банька. То есть все, как там в фильме, скромно, но со вкусом. Да. Так, это у нас получается колодец, да? Вот откуда идет вода в дом, колодец, да. Подается у тебя, заведена в дом отсюда. Ты сейчас просто берешь ведром сюда, ну, пришел, включил, да, или как у тебя тут? Чик. Ага, ну все ясно. Здесь у меня включатель, вилка, это все остальное. Ну, вот водичка здесь. Питьевая? Питьевая. Попробуй. Давай. Если можно. Вода хорошая. Только камеру не замочить. А, они не промокают. Сейчас. Сейчас техника такая. Да? Да. Без привкуса. Бывает, что вот. Нет, бывает, да, у некоторых. У меня вот у тестя железом прямо, вот знаешь, вот прям да, такой же. Да. Вода хорошая, а железа у очень меня много. Тогда папа сделал, короче, колодец на экспертизу отдавали. Угу. Вот и показалось, все нормально. Все нормально. Об этом нужно говорить. Чищу. А как чистишь? А? Как чистишь? Выкачиваю воду, залезаю. Раз пытаюсь. В год? Или как? Нет, раза в три. Раз в три года. Уже начинает вот. Там водичка, да, знаешь, немножечко вот чувствуется запашок. Ага. Вот даже. Приходится спускаться где-то. Ну, спускаться, просто насосом откачиваешь, получается? Я все выкачиваю, да, спускаюсь туда и вычищаем. А, вот все. Вот это. Все. Это, кстати говоря, немаловажно. Ну, когда пользуешься колодцем, он, в принципе, так-то не особо там застаивается, если нет, пользуешься постоянно. Нет, вот особенно летом, когда вот это, а так-то вообще не застаивается. Угу. Не так, еще раз вид на участок. Вид на участок на Собакена. Да, который виляет хвостом, тоже все интересуется. Вот снимаем тебя. С собой забирают? Да, конечно. Ну, некоторые оставляют просто, бывают такие моменты, что дом с собакой продается. Правильно. Да, к слову сказать, что Андрей продает дом по причине переезда, правильно? Просто спрашивают, из-за чего причина продажи. То есть ты просто недалеко купил дом. То есть, как бы, и поэтому переезжаешь туда. По причине переезда. Что просто, ну, все было. Тишина надоела. Хочется суеты. Так, значит, это у нас дровянчок или что? Дровяник. Так, ну, открой, посмотрю. Запас дров уже заканчивается. Ну и заканчивается зима, в принципе. Здесь вот подоспевают уже. Новый урожай, новая заготовка. Это ты вот привез, да, вот сейчас вот пилишь? Нет, это прошлогодний. А, прошлогодний? Не успели то, что распилить. Ага, ясно. Так, а это сарай? Это сарай тоже. Там же так всякая фигня валяется. Все, что не нужно. Все, ну, как нужно. Как будто бы не нужно. Нужно, как будто бы, да. Так, все нужно. Да, ну, понятно. Ну, в принципе, что, все понятно. Это вот 100 лет, наверное, это, да, вот как бы раньше был. Раньше был, да. Но иногда экзотика все нужна. Конечно, да? Больше, знаешь, да. Понимаю. У меня друг из Германии приезжает, вот такой туалет бежит. Радуется, просто говорит, можно мне газетку и сигаретку? Газетку. Так что это. Друзья, ну в общем, как бы вот такая вот у нас сегодня картина маслом, как говорится. Все. Мы рассказали, показали. Ну какие-то вопросы, конечно, если остались. Можно звонить.
Да, спрашивайте, звоните, мы на все ответим. Вот. Андрей, еще вот в конце вопрос такой. Вот туда дорога пошла, вот куда вот она, вот мы туда, вот сейчас. Туда, дальше деревни идут. А что за деревня? Ну, точнее, как бы их много там вообще, много машин ездит по этой дороге? Машин достаточно ездит нормально, особенно выходные. То есть машин ездит, да? Приезжают. Ага, ну, праздник. Но все равно не магистраль, что вот там прямо шум там где-то устоит. Нет, нет. То есть, нет, как бы, ну, только выходные. Выходные проезжают машины на даче. Вот. То есть, понятно. Жизнь спокойно. Тихо.